Всем привет, Золтан. Да. Хуйня. Да ладно, я все равно побеждаю 1-0 сейчас. Да. Ты видел, что у меня с тачкой нахуй? Она... Нет, она стала какая-то, блядь, какая-то. Она на Volkswagen Жук, блядь, похожа сзади теперь, блядь. Что? Она, кстати, в два раза уменьшилась. Да, да, как в Бэтмене, блядь, помнишь? Во втором. Опять, сука, я тащу даже, блядь, на глюченной хуйне, блядь. Ну это один раз только, блядь. Все, натащил, блядь. О, господи, блядь. Ох, тащер, блядь. Ах, суки. Говнасос полное, блядь, дно, нахуй, по-моему. На, нахуй. Ох, отбил, блядь. Хорош. Говнасос полное днище в игре, блядь. Он где хоть? Уааа, нет. На, нахуй. Он на трибуне, блядь. Я 113, и он X5, блядь, херачит нахуй. Смотри, что делает. Просто, блядь, уничтожил X5, блядь. На Реалианте Робин, блядь. О, он мистер Бин едет, блядь. Это, блядь, что... Это что нахуй? За Джек Воробей, блядь. Капитан Джек Воробей. Надо ствол купить, чтобы как у Зевы большой был. Это какой? 3 сантиметра тут не продают. 3-сантиметровый. Метровый. Дамские сверчки. Дамских сверчков тут нету. Две скотины. Арматура называется. Любовная. Вот у Зевы такая. О, господи, блядь. Сука. На, сука, музяка, блядь, прям прет надо. Блядь, надо это скачать, нахуй. Саундтрек. Ого, валяется. Саундтрек, блядь. Да, что? Как, нахуй? Это подъебон, блядь. Какого хуя ты исчез, блядь? Ёб твою мать. Портрет. Портрет женщины. Кто-то вломился в лавку Софии и украл портрет, представляющий для нее большую ценность. Пока София занята работой, верните портрет. Украдите портрет так, чтобы торговец вас не заметил. Сейчас пизданем вот этот торговец. А если он меня увидит, что будет? Я продаю один портрет, если вам интересно. Прекрасная работа. Правда, она как живая. А что делать-то мне? Сейчас я запизжу. Еще неделю тебе будет острах не стоит. А где портрет? Тираны. Портрет. Ну-ка нахуй, он туда его выкину сейчас. А, вон портрет. Тираны. Вот. Отнесите портрет Софии. Твою мать, я вам пиздечки просто уломил. А ведь незаметно надо было. Теперь синхронизации 100% не достиг. Ну и хуй с ним. О. Украдите портрет так, чтобы торговец не заметил вас. А он меня не заметил, все правильно. Я вам пизды ввалил, блядь. Бросил за прилавок и спиздил. И спиздил портрет, блядь. Вот это вот поворот. Вот это отлично. Так, погоди, надо, наверное, подлечиться или что? Аптечки вы уже все спиздили? Бери аптечку, да. Вы что, папуасы? Бунт устраиваете? Без нас вот есть кому устраивать, блядь. ЧВК Малдор, блядь. Блядь, какая хуйня-то. Ебать. Кстати, карту вот, короче, выкладываю. Да подожди, блядь. А чё за хуйня-то, блядь? Я просто утонул в яме, блядь. Ну это, блядь, это просто, блядь, пиздец. Тут яма, блядь, маленькая, нахуй. На велосипеде проехать. Я просто... Хуй, у меня слов нет, нахуй. Ёбаный рот. Так, там стена, блядь. Ничего не вижу, блядь. Оп, машина.
Оп. Оп. Мы еще долго в нем будем сидеть. Да мы сейчас пройдем, хуй ты, блядь. Сука. Вот, все, тащер, блядь. В деле, нахуй. Да боящий, вот я. Это на шорты, блядь. Ты что за хуйня? Блядь. А мы потом сюда вернемся, в это место? Не помню, вот нет. Пидор ответ. Ах ты, сука, блядь, Гойковская. А, смотри, можем флаг выбрать. Наверное, не за деньги, надеюсь. Да, есть Советский Союз. В общем, понятно. Белораша есть. Бразилия, где много диких обезьян. Так, что, включаю? Подожди, подожди, секунду. Флаг Ирака, блять. Саддам Хусейн передает привет на. Сборная ИГИЛа играет. Че нас забанят на? Че нельзя говорить? Запрещенная организация на территории Российской Федерации. Это надо добавлять, тогда не забанят все. Сука. Ты ебанул, блять.